после матча в интервью с главным тренером команды СГУ Дмитрием Михайловичем Александровичем. А что скажете по поводу соперника? Сложно ли было с ним играть сегодня? Хорошие ребята, все видно, что прошли школу санкт-петербургского футбола. Там всегда очень хорошие футболисты были, обученные ребята. Очень нам было тяжело играть, потому что еще это первая игра, очень много было волнений, как правило, всегда. Было ли опасение, что соперник сможет сравнять счет? Конечно, было опасение. И мы сами помогали сопернику в этом, элементарно нарушая правила в тех ситуациях, когда совершенно это не обязательно было делать. И соперник имел возможность. Это, опять-таки, это наши ошибки. Мы не должны на будущее допускать эти ошибки. Ну и такой вопрос немножко сегодня не по игре. Вратарь нашей команды Сугробов Владимир подписал контракт с РХПЛ. Ваше мнение по этому поводу? Мы очень рады, что футболист нашей команды попал в команду премьер-лиги. Желаем ему там удачи, чтобы он себя проявил и стал там не просто игроком премьер-лиги, а основным вратарем команды. Вот это самое главное. И чтобы в дальнейшем такое поступательное движение шло у наших ребят, чтобы кто-то из ребят попадал в команды. Не обязательно даже премьер-лиги, ФНЛ или либо второй лиги, но обязательно это поступательное движение должно быть. То есть можно сказать, что НСФЛ такой плацдарм для дальнейшего развития игроков? Ну, я так бы сказал, что Владимир, он играл не только в нашей команде, он играл и в профессиональном футболе в Саратовском «Соколе». Я думаю, что все вкупе помогло ему и выступление и за нашу команду, и работа на тренировках командах мастеров, то есть его труд. Все к этому пришло, что он очень много работал, и его заметили. Спасибо.